Но россияне виноваты в том, что убили украинцев. Нет. Почему нельзя сделать экономический союз с Россией, как Беларусь? А украинцы этого не хотят. Почему? А это их право. То есть их право нелегально работать? А? Нет. Их право нельзя приехать к родным и близким больше, чем на 3 месяца? Стоп. Это право украинцев не хотеть в экономический союз с Россией. Это право. Я понимаю, что это право. Это независимость. Но это для простого человека беда. Это простые люди как бы решают в Украине тоже. Я не думаю. Если бы провести референдум, все бы согласились бы, чтобы можно было работать с Россией легально. Войти в этот экономический союз. Получается, независимое государство Украина, независимое государство Россия, но при этом люди не страдают. Можно приехать, жить сколько угодно в России, можно работать. Виноваты в этом всем американцы, да? Медицинские услуги. Американцы виноваты, да? Я думаю, что да. Хорошо. А вот вы называете слово «отечество», да? Спросите меня, какое для меня отечество? Вы украинец, украинский журналист. Отечество у вас Украина. Вы живете в Украине. Правильно. Вы россиянин, правильно? Родились в Украине. Да. Какое, у вас отечество Россия или Украина? Отечество России. Так какое отечество вы пришли? Я за родину, какое... родину и своих родителей пришел защитить. Это манипуляция немного словами. Вы говорите за веру и отечество, да, и своих братьев. Вот братья не хотят россиян. Вон мои братья не хотят россиян, украинцы. Какие ваши братья хотят россиян? В смысле, что значит? Но вы говорите, мои братья. Я не хочу, чтобы они погибли на этой войне. Так вы же это делаете. Вы причина их почему, смерти. Почему мы причина? Потому что вы зашли в Украину. Если бы не зашли, то стерли бы Донбасс с лица земли. Несколько миллионов человек погибли бы. Как они гибли за 8 лет. Серьезно? А сколько погибли за 8 лет на Донбассе? Можете назвать вот число? Я не знаю. Я слышал, что больше 20 тысяч. Мирных жителей. Сколько там военных, их просто никто не считал. Вот у нас такая тактика. Забросаем супостаты трупами. Но... Жители Донбасса, это кто, украинцы или россияне? Это украинцы. Украинцы. Но там большинство приняло российское гражданство. Ну, потому что Россия раздавала там паспорта. Без поддержки России был бы возможен конфликт на Донбассе? Нет. Россия поддержала, правильно? Конечно. А зачем она влезла в внутреннюю проблему Украины? Ну, видимо, как сказать, стратегические интересы. А какой? Ну, чтобы НАТО не стояло на границе и ядерной боеголовки. А где НАТО стояло в Украине? Как? В какой области НАТО стояла с ядерной боеголовкой? Ну, в Литве, Латвии стоит. Ну, это Литва, Латвия. Мы говорим сейчас про Украину. Я не знаю. В Литве и Латвии почему не воюют? Там же ядерная боеголовка, за вашими словами. Нет, ну, возможно размещение. Так. Возможно размещение войск НАТО. Где? В Украине. Где? Когда они были размещены? Вот это войска. Где войска НАТО в Украине? Тоже затрудняюсь ответить. Ответить. Боеголовок нет.